What is happiness for you? Доброго времени суток. Сейчас мы будем делать одно очень интересное мероприятие. Сейчас мы будем делать пакет для мицелия. Для того, чтобы сделать пакет для мицелия, вам будет необходимо иметь полипропилен для изготовления этого пакета, какой-то материал для бактериального фильтра, ну и самое главное, полноценный запасчик, потому что без запасчика вам это сделать не удастся. Итак, мы будем делать пакет по образцу, по этому образцу будем изготовлять такой же пакет для мицелия. Фактически я в таких пакетах и стерилизую мицелий, потому что максимальная загрузка автоклава получается, если у этого пакета размеры получается 23 сантиметра ширины. Ну и длина здесь должна быть сантиметров 60. Итак, приступаем. Вообще, в оригинале, чтобы вы понимали, из чего должен состоять сам фильтр. Вот я вам покажу ближе. Это, как вы видите, если вы хотите вот узнать, как вообще в оригинале должен выглядеть этот фильтр, то я вот вам показываю вот такую медицинскую маску. Пойдите в аптеку, купите вот такую масочку. Вот, купите вот такую масочку и посмотрите внимательно, из чего она состоит. Это таким должен быть этот фильтр. Но для изготовления, сейчас в процессе изготовления вы увидите, что нам этот материал, их можно там и купить, и из них делать эти фильтры, но он нам не совсем будет подходить. Поэтому я, например, для такого вот эксперимента я буду использовать вот такой вот материал. Я вам скажу, что это. Это прокладочка, которая была в обувной коробке. В нее была замотана обувь. Она имеет, каждый из вас, кто покупал обувь, вот, я надеюсь, видели вот такие материальчики. Она как-то тут отжата. Мы будем для фильтра использовать вот этот материал. Здесь я уже на пробу репетировал. И сейчас мы с вами вместе будем делать вот такой вот пакет для мицелия. Так, для эффективности такого вот изготовления я вот здесь поставлю, где будет видно. Ну, вот здесь, например, где-то поставлю. Я думаю, будет видно эти часы.